Эль, что произошло? Ты утопил свой водящий телефон с понтовым. Ебать, оказывается, телефон в кармане был. Ниже с айфоном. Да я нырну с него. Вот так вот. Открой батарейку, открой, вытащи. Вытащи батарейку. Раиль, вытащи батарейку. Как-нибудь открывай. Нет. Тут отвертка нужна. Не, а все, наверное, да, ребят? Да. Пока что. Да, да. О, карась. Ну, чуть-чуть уходи. Во-во-во. Нос катер. Вот они. Да подожди, зачем нос? Ну, прям, чтобы он лучше. Во-во, пошли окунь. Окунь. О, смотри, караси маленькие, да? Офигеть. О, пошел. Ага. Слушай, а может GoPro пустить? Снимать на GoPro на ходу? Вниз, да? Да. Опусти. О, нифига себе. Бери GoPro-шку. Давай, GoPro. Да смотри, какие здоровые. Сань, ходи. Где GoPro? Ну что-то нет рыбы. Миш, постарайся поглубже чуть-чуть. Но рыбы нет, Раиль. Ну как, чё? Скажи волшебное слово. Не, а вначале видел, там пиздец был этих карасей. Там уже крутяк, нормально. Там сейчас крутяк поднял. Да? Вот поле лодки, ты как раз наступил. Офигеть. О, здесь полетаем давай. Да. Проток прозрачный, прикольно будет смотреться. Прозрак сверху видно. Всем привет! Меня зовут Джонни Ноксвилл, и сегодня мы будем кататься вот на этом. Раиль, походу, решил тебя утопить. Ну-ка, посмотри, как она плавает. Положи ее в воду. Гоня, она сейчас утонет, ты что ему делать будет? Мне кажется, ты ее не найдешь. Найдем? Угу. Прикрути болт хорошенько. Нормально. Мишань, пойди давай. Пойди спрайчик попить напоследок. Ватруху исполни. Давай. Раиль только уже жестил на камеру. Да, она плавает сейчас. Кнопка, отпусти вверх, а? Миш, давай ватруху исполни. Миш, хватай водруху. Рэй, давай, блядь, сделай красиво. Сай, сейчас ты залезешь, мы сделаем красиво. Стяни то вторую тоже в середину. А, она не дотягивает. А, дотягивает, ну ладно. Ладно, что-то делать. Миш, давай быстрее, блядь, уже камера кончается. Все, похуй. Лошара, блядь. Я отвяжу, тоже прыгай. Чего ты? Иди на водруху. Отвяжу, я отвяжу. Лох педальный. Ну побрызгай себе. Сделай так, чтобы камера на тебя была, и ты держался в этот момент. Сможешь? Че, я веревку стяну. Да, Миш, все правильно. Всем привет, сегодня мы катаемся на ватрушке. Готов? Да. Thank you.
Ну что, Саня? Давай еще разок. А ты одной рукой держался, да, поэтому вылетел? Ну, конечно. Давай, вот, вот. А? Давай же, вот. Зай! Ебать, ну! Че? Нихера себе! Все, все, подарим так. Вытаскиваем. Да ну, Эль, что произошло? Ты утопил свой водящий телефон на спонтон. Ебать, оказывается, телефон в кармане был. Ниже с айфоном. Дай я нырну с него. Вот ну, так открой вот. Открой батарейку, открой, вытащи. Вытащи батарейку. Раиль, вытащи батарейку. Как-нибудь открывать? Не-не. Тут отвертка нужна. Не, а все, наверное, да, ребят? Да. Только не выкидывай его, подожди. Приходу, походу, надо 5 эсочку, да, уже покупать. Бля, какого хера он в кармане делает? Краш-то. Китайский я фарш котором. Да, китайский. Цыгане купил, что? За недорого цыгане взял. Ебал. Ну что, купишь еще один на переходе? Откуда? Как он в кармане оказался? Раиль. Да откуда ты, я не знаю, открой. Открой, вытащи батарейку, можешь. Че, ты не успел резервную копию сделать, да? Ну как бы, да, говорят. А он булькает, кстати. Булькает? Да, послушай. Ты пустишь айфон? Миш, как на таблетке покатался? На тридцаточку. За недорого. А булькай, ну ты. Мишки, а что ты его не выложил? Я вообще не знаю, как он в кармане оказался. Я стоял еще полчаса здесь такой. А, продам айфон. Миша, на шестой айфон будет водонепроницаем. Только батарейка села. Зарядите, все в порядке будет. Да подожди, я еще покатаюсь. Ну да, ты веревку спотяни. Ебать, а как так? Я не могу, бля. Да, это. Я хочу первое впечатление, а Миша. Он пока еще не. А что, а есть отвертки? Давайте разберем. Не, Миш, бесполезно. Ножик, если ножик, открой его. Миш, там фотки были? А ты мне с раками фотки так и не скинул. Ебать, там вообще все приплыло. А слушай, а говорят, его можно же, кстати, снять в файлах. Можно, можно. Ты же за 6. Не, главное, фат. Миш, ты такой что был с телефоном, а сейчас уже без. Ты знаешь, я еще 3 дня без телефона. У меня ни номеров, вообще ничего нет. И что? А что делать? Бухай, Миш, бухай. Рэй, у тебя айфон продают? А есть, как его, скрепка или что-нибудь, иголка, зубочистка, что такое? Нет, тонко нужно. Больше нет ничего. Дай ему нож. Хотя бы симку достать. Не, попробуй отрежь от него половину. И не высуши его, да? А потом соединить можно. Ебо. А где симку ты нужно? Слушай, он недолго в воде вроде был. Да, это надо. Какая разница? Загорел, все, да. Все, пиздаем. Ну, даже. Айфон. А тебе звонил кто-нибудь, не? Когда я ехал? Миш, как? Миш, как ты полез на таблетку с айфоном, скажи? Как давай, прыгай, катаемся, и мы же сама на то. А, нам само впечатлено. А где без телефона красовался? Ёб твой телефон. Как он в кармане вообще оказался? Ребят, давайте, короче, это сам по 100 рублей скидываемся, Мишань, на мобил, на новую. Да, я в обмане оставлю. Все, что придет, отдам Мишане, честно. Ссылка будет под описанием на новый iPhone. Ну, ребят, ну пожалуйста, ради такого кадра. Реально, давайте по 100, по 50 рублей скинемся. У нас 25 тысяч, да, и купим Мишань новый iPhone. Я честно вам все сниму на видео и купим Мишане новый iPhone. Пожалуйста. Вот так вот. Поехал я дальше. Как ты поехал на этой таблетке, блядь, телефон?
едешь, ты чё? А, блин, ну это... Жалко, мы это не сняли. Как он такой из кармана достает мобилу. Вот там пришел, правильно? Там сообщение пришло. Саня, может, просто батарея разрядилась? Ну, если ты его высушишь и разрядил батарею, то... Да она была, блядь, полная почти. Поехали за Самами, Раэль. Поехали. Да, я только скупаюсь. Ну чё, Раэль, на ватрухе поедем? Да. Сань, ты чё думаешь? Сань, на сколько попал? Пацаны, раз. Два. Три. Здесь вот две сразу, они так слепые. Ну, у тебя проще, чем у... Ну, я думаю, да, тут тридцатка точно не будет. Вот, короче, денег куча. Ну, слушай, ты нормально так утопил. Раскладывай на этой, на носу. Бля, тихо, только с камеры, это сразу двушка. С камеры не ныряй, Мить. Двушка сразу. Ёб твою налево, что делать-то теперь? Раэль, у тебя есть ноутбук мне поюзать? Что надо? Ну я там вот сап установлю. Бля, что делать? Ну, бля. Все, уже ничего не сделаешь. Ладно, я теперь без айфона. Нормально, можно. Слушай, я недолго живу в воде. Полезно, все, заплыл. Миш, да не ссы, скинутся все. Я лично тебе 1000 дам, Миш. Деньги бирай. На новый айфон. Они все улетят, бабушки, бирай. А? Да, 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 да. И все скинутся, купим тебе новый айфон. Бабушки забирают с носа. Зачем? Зачем улетят? Это Миша на айфон. Первый взнос. Миша, тебе на айфон! Прям положи к сердцу в руку. Ай, там подсобка. Нет, дай пункт, вытащи. Все равно же не айфон, а тебе кирпич. Херена ехать. Надо какую-нибудь веревочку, да, такую, чтобы сам. Да, чтобы держаться. И все, и нормально можно стоя ехать, да. Блин, вообще полный. Да, есть веревка. Ну так держишься, едешь вообще. Да. Блин, башку долго. Больно, да? Да. Морды вот так. Да, она бы хоть нырнуть. Мост сломал. Такой вылез. Красный сам. Где айфон, Миш? Айфон где? Надо кайма айфон. Зенерга, да. Миш, как ты так айфон проебал? Давай, ладно, я поеду, покатаюсь. Снимай, жилет. Влетел, да? Ну, больно, да. Ну, можно еще разочек. А ты не постоял даже на ватрухе-то? А? Не постоял на ватрухе. Не, я хотел прыгнуть, нет.
Ну что, Раэль, как думаешь, заработал? Он вроде прогрелся, такой горяченький. Булькает там еще вода. Булькает, да? Вон, кстати, камера. Видно, нет? Запотело. Да, вот так. Короче, прайс у Раэля такой, вы поняли. На ватрухе. На ватрухе 30-ка. Чего ты? Я так отбился. Я себя шею вывернул, по-моему. Это жесткий был прыжок. Ты снял, Миш? Нет. Не? Нет. Вот заново придется снимать. Сука, нет. Сань, давай еще разок. Вот, по-моему, все. Не, пиздец. Жилет не снимает. А то пиздец. А то пиздец. Ударился больно. Ты поедешь или что? Я не поеду, все.